По словам эксперта по азербайджанским делам, Гарника Давтяна Пашинян открыл эпоху не мира, а резни армян, чтобы сохранить кресло. В случае с Азербайджаном, они не раз четко заявляли, что хотят дойти до Еревана и Гигаркуника. Поэтому, повторяю, говорить об эпохе мира бессмысленно, сказал Давтян в программе «Обзор» телеканала 168АМ, подчеркнув, что Никол Пашинян не случайно пришел к власти и теперь не случайно вызывает бывших и действующих чиновников в прокуратуру под именем конфискации незаконного имущества. По мнению эксперта, пока электорат Пашиняна ждет, чтобы насытиться конфискацией имущества бывших чиновников, Никол Пашинян создает законное основание для начала военных действий Азербайджана против Армении. Это правительство заключило соглашение с Азербайджаном и теперь делает заявление о противоположных соглашениях, тем самым давая Азербайджану основания для достижения своего желания путем войны. Эксперт уверяет, что в результате развязанной войны азербайджанские бомбы на этот раз взорвутся не на межпозиционных рубежах, а в Ереване. В центре Еревана взорвутся бомбы, упадут с неба так, что люди захотят иметь машину времени, чтобы повернуть время вспять. Игральные карты Минобороны Азербайджана не раскрываются. А тем временем Азербайджан проводит военные учения на территориях Карабаха и вооружает свою армию, показывая тем самым, что готовится к войне, сказал Давтян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.